развитие общественных пространств, строительство, ремонт, реконструкция объектов культуры и спорта – ключевые направления в работе депутата Олега Рожнова. В преддверии нового учебного года тесно взаимодействовал со всеми школами округа. Мы решали вопросы, связанные с оборудованием, с мебелью, с городками безопасности, вот, во взаимодействии. Помогли вместе с Общероссийским народным фронтом, играми «Великая Отечественная война для патриотического развития». Поэтому мы в плотном взаимодействии, и школы подготовились к учебному году достойно. На благоустройство школ и учреждений культуры из личного фонда депутата было выделено порядка 800 тысяч рублей. Продолжается работа по благоустройству парков Голицына. В ближайшем будущем здесь планируется открыть очередную так называемую уличную библиотеку. Я уже это восьмую библиотеку ставлю уличную за свой вот такой рабочий период. И они пользуются большим спросом. Люди берут книги, читают книги в теплое время, не отходя, так скажем, далеко, возвращают их. Поэтому это такое место выхода культуры в общественное пространство. Стоит отметить, что таким преобразованием в культурной сфере жители Голицына довольны. Полина Бахова, Виктория Максюта, телекомпания «Одинцова».